Вопрос. Сегодня все говорят о снах. Сегодня все говорят о снах. Кто-то начал эту тему о снах, да, о снах. И все говорят о снах. Женя Белоусов, легендарный, популярнейший. Женечка, какие тебе сны снятся в последнее время? Ужасненькие. Мне очень нравятся они. Ужастики? Да, очень нравятся. Холодным поту очнутся. Да, да, да. Любишь все это тебе. Я тоже, да, так смогу. Ну, скажи... Причем я тут же забываю, что снилось, но я помню, что это было очень страшно. А потом днем хорошая, нормальная, веселая жизнь, а ночью опять ужас. Да, да. Это постоянно, повторяется. Может, это зависит от того, с кем как бы ты общаешься до того, как заснуть? Нет, нет. Совершенно независимо, они приходят. Это поклонницы, кто-то тебя сглаживает. Это они все вытворяют. Скажи, окей, у тебя работа есть какие-нибудь, сольники есть какие-то ближайшие в Москве? В Москве нет. А где? В Одессе. Вот послезавтра в Одессе. Одесса, вы смотрите ТВ6? Если смотрите, вы нас видите. Приходите на концерты Евгения Белоусова. Я очень жду вас. Мы целуем вас обнимать. Я поехал, передвигаюсь дальше. Группа «Мальчишник» легендарнейшая. Ребят, представьтесь так по очереди. Меня зовут Мутабор. Меня зовут Дэн. Меня зовут Дельфин. Игорь Сильверцев. Игорек, наводящий тебе вопрос. Когда у вас сольники? У нас Игорь Стоп-шоу вместе с Европой Плюс 3-4 февраля в концертном зале «Россия». Там будет очень много разных артистов. Конечно, будут очень модные молодежные группы. И очень хорошие диджеи. Будет очень весело. Приходите. Это будут новые композиции какие-то? Ну, там будет, конечно, новые. И самое лучшее из всего старого. Да, классика, она всегда с нами. Вы подогреете молодежь хорошими новыми ассоциациями, новыми легендами какими-то. Новыми лицами подогреем. Вот я хочу показать, это Стелла, мы с ней будем вместе вести эту программу, и это еще не все новинки. Стелла, мы желаем вам удачи. Сейчас рядом со Стеллой Сергей Чумаков, вот он прогулялся по Тверской и забрел к нам там, в утопию, прям мы рядышком. Сереж, какие сны тебе снятся в последнее время? Плохие сны, на самом деле. Мне приснилось, что я убил собаку. Говорят, что это потеря друга. То есть, здесь нет деревянных предметов, нужно постучать. Как-то здесь постучать, я не знаю, чтобы это не случилось. На самом деле всем тяжелые сны снятся. Ну, передайте, ребят, привет теперь, у нас еще здесь 2 секунды. Да, всем передаю привет, всех люблю. Удачи вашей программе, очень хорошая передача, очень профессиональная. Мы все ее смотрим, мы ее очень любим. Пусть партийная зона всегда будет с нами. Это реплика для критиков, между прочим, Игорь Сильверцев. Никто не усомнится в его суперпрофессиональности.